стреляют. Давай вагоны. Нет вагона. Отходить надо. Давай вагоны. Да нету. Нету. А это видел? Стукнуть, рука пойдет. Давай вагоны. Даю вам честное слово. Нет у меня вагон. Нету. Если через 3 минуты не будет, я из тебя вагон сделаю. Делайте из меня хоть эшелон. Слышь ты? Я нервный. Меня нельзя тревожить. Я ж тебе по-хорошему говорю. Дай вагон. Ну, нет. Ах ты! Богородица, тело, радуйся. Отойди от него, ребят! Подождите, я поищу вагоны. Танюша, не грустите. Если в море утону, знать, судьба такая. Андрей, вы ведь на сухом месте воевать будете. Факт. Но, между прочим, и на сухом месте можно утонуть. Сура. Ой. Ой, Гитали, это ты. Ой, Гитали, ой, Гитали. А что, разве я не похож? Ой, Гитали, ой. Ой, Гитали. Уша.
И тебе не стыдно, а? Поехал на несколько дней, чтобы побыть возле умирающей мамы, а застрял ровно на год? Что это такое? Понимаешь, Сура, мать умерла не сразу, а через несколько месяцев. А потом пришла эта революция, знаешь, такая заверуха. Нельзя было достать билеты в такое время. Сура. Смотри, Сура, смотри сюда, что я тебе купил. Ой. Ой. Ой, Сура. Какая ты еще меня красивая. Виталий! Что ты хочешь делать? Смотри, я забыл, что сегодня суббота. Зашло уже солнечко, тень лег на гоненько, где-то туман и на жасте.
Почему ты так долго? Долго? Что с тобой? Ничего. Торопилась очень. Может быть, не пойдем сегодня? Почему? Патрули по городу ходят. А ночь какая хорошая. Посидели бы здесь, в садике. А? Надо идти. Неплохой у меня сын, а, Сура? Ничего себе сын. Только ты ему скажи, он же гуляет с русскими девушками. А разве от того, что ты еврейка, мне или тебе легче? Посмотри, там кровать, которую подарила нам твоя мама в день нашей свадьбы 20 лет тому назад. Ну и что? Что мы видели за это время? Мы шли с тобой от получки к получке, от субботы к субботе. Видели мы одни несчастья, а провожала нас нужда. Так пускай уже Мотька живет так, как ему кажется лучше. Я думаю, что русские девушки умеет целовать так же горячо, как меня целовала одна еврейская девушка 20 лет тому назад. И как целует еще и теперь. На тебе, сын весь в отца. Мотя, давай, сынок, в синагогу пойдем. Куда? В синагогу. Нет, мне что-то не хочется. Я еще спать буду. Паршивый мальчик.
ты придешь? Угу. У всех отец как отец, а у меня старорежимный. Да, что там пишут? Там пишут про жизнь, Сура. Обратите внимание, господин солдат, непорядки. Немецкому духу угрожает опасность, господин майор. Революционная зараза проникает в нашу казарму, господин майор. И тебе известно, каким образом? Точно так. Я видел, как Франц расклеивал по городу вот эту прокламацию, господин майор. Старайтесь, Мюллер. Вы хороший солдат. Я вас доложу генералу. Но это не прокламация. Это приказ нашего коменданта фон Шлиттенбах. Простите, господин майор, но я не знаю русского языка. Если бы я мог получить словарь. Вы правы, Мюллер. Ознакомьтесь, Мюллер, с этим варварским языком и будьте впредь так же бдительны.
стол варить. Двести вагонов, 200 тысяч пудов хлеба. Это же понимать надо. Понимаю, товарищ Дикой. Весь хлеб немцы вывезут. 200 тысяч пудов. Но, товарищ... Ведь я, кажется, ясно всем сказал. Рабочие Петрограда не на жизнь, а на смерть за нас бьются. Голодают. А мы тут сидим и дожидаемся. Покуда счастье нам само в рот влетит. Дикой, ты ведь знаешь, что... Одним словом, так. Решение комитета прежнее. Восставать и никаких отсрочек. Так и передай Мамаю и Головату. Сегодня приедет человек с фронта. Пришлешь его ко мне. Хорошо. Ночная прохлада, деревья в затишье дремали, в аллее заглохшего сада я друга к себе поджидал. Здравствуй, товарищ. Мы тебя ждем. По сигналу, как условились. Ладно. Петр,
велел передать. Дашь три гудка. Третий длинный. Хорошо. Бросай работу! Садись, ребята! Бросай работу! Почему вы не хотите работать? Мы не хотим грузить наш хлеб для вас. Он нам нужен. Но кому это нам? Слушай, ваше благородие. Скоро вы цурюк. Цурюк. Ну, назад, значит, к себе домой поедете. Там, говорят, рабочие Вильгельму холку начесали. Ну, а сюда, значит, наши придут. Понимаешь? Ну, земли у нас будет много. У помещиков отберем. А вы весь хлеб вывозите. Нам сеять будет нечем. Это не годится, ваше благородие. Я тебе по-хорошему говорю. Уйди с этого дела. Большевик? Зачем же? Православный. Садись, садись, ребята. Ну, давай заходим, голова. Молодец, Thank you.
Кто там? Апостол. Что теперь будет? Забастовка сорвалась. Немцы весь хлеб вывезут. И Головатова убили. Здесь снимают? Здесь. Полдюжины открыток. Можно? Можно. Апостол. Мы ждем тебя, товарищ. Андрей! Таня? Я извиняюсь. Неожиданное происшествие. Прибыл с фронта для связи. А к вам послан районным подпольным комитетом. Послал. Дело, товарищи, вот в чем. Немцы в революции, они скоро отходить будут. А красные близко. На вокзале эшелоны с военным грузом и хлебом. Задача нам такая, не пропустить этот груз в Германию. Так решил комитет, так сказал товарищ Дикий. Дикий. Какой он? Хоть бы взглянуть на него. Поговорить бы с ним. Придет время, встретитесь. Значит, задача понятна. Мы должны взорвать железнодорожный мост. Я не могу так работать. Мне трудно. Страшно. Я никого не выдам. Я не враг. Я вернусь. Мотька.
Что с ней делать будем? Может, она и хороший человек, но она много знает. Ну так как же? О чем ты думаешь? Легче, легче. Мотька, смотри, не пролей. Хозяйское добро жалеешь. И твоего ума дело, босяк. Кидай! Хозяин зовет! Пойдите. Спасибо. Я боюсь запачкать. Не страшно. Садись. Кидай. Ты сказал мне, что удрал из Савдеви. Да. Ты мастер и хорошо знаешь всех моих рабочих. Так? Так. Скажи мне, ты не знаешь такого дикого? Дикого? Нет, что-то не слыхал. А в чем дело? Он у меня на заводе смуту разводит. Он подпольный коммунист. Ай-яй-яй-яй-яй. Об этом мне сказал комендант города фон Шлиппенбах. Подумать только. Подпольный коммунист. Прошу тебя, Кидай, как только он явится на завод, сообщи. С удовольствием, Борислав Франц. С тебя решили. Мотя, я не враг. Я знаю нехорошо это. Я не могу жить под вечным страхом. Я хочу покоя. Мотя, милый мой.
скоро вернусь на работу. Вернешься ли? Вернусь. Другого выхода нет. Мы должны взорвать мост. Понятно? Ну, идите. Танюша, проводи. Чего? Катю жалко. И Мотьку. Любят они один другого. А должны расстаться. Может, и мне и самому жалко. Ты ничего не сделаешь. А если бы со мной такое? Ты был тоже? Не знаю. Ну что ты в такое время? Спрос. Кто? Тот самый. Случилось. Катю.
Катюшу арестовали. Весь план срывается. Мягкая она. На допросе все скажет. Не скажет. А ты в тюрьме сидел? Нет. Нет? Помолчи. Ты Дикого не знаешь? Нет. Ты видел на бульваре слепого старика, который песни поет? Видел. От него на пятой скамейке будет сидеть мужчина. Читать книжку и кашлять в платок. Подойдешь и спросишь, где восходит солнце. Он должен ответить на западе. Понятно? Понятно. Тогда ты отдашь им эту записку. Иди. Только вот что. Переоденься.
ночная прохлада, деревья в затишье дремают, в аллее заглохшего сада я друга к себе поджидал. Мы долго бродили по саду, смеялись, болтали, шутили. Нам ночь навевала отраду, тогда мы друг друга любили. Простите, вы не знаете, где восходит солнце? Молодой человек, вы в таком возрасте, что пора знать, что солнце вос... на востоке. Спасибо. А, да. Ждет его с ужином, а он тут шляется. Иди сейчас же домой. Я не понимаю, что тебе здесь надо? Иди домой. Хорошо, я иду.
Папа, ты не знаешь, где восходит солнце? А разве ты не знаешь, сынок, что солнце восходит на западе? Тогда на, это письмо тебе, а я пойду ужинать. Мотька. Мотька. Ай, сукин сын. Их авочки, Катя. Что с ней? Пожалуйста, геноссы. Данке, товарищ. Ты любишь хорошую девушку, сынок. Ее уже нет. Почему нет? Она жива. Жива? Да. Мне этот немец сказал. Мотя! Ты отнесешь матросу динамит. Я? Да. Ты, сынок. Не журись, Танюша. Андрей, мы, может быть, в последний раз с тобой видимся. Живы будем, не помрем. А помрем, так спляж.
ты? Ну, молодец, парень. А я сказать по правде, другое я тебе думал. Кругом стреляют, так они себе где-то ходят. А ты тут сиди и помирай от одной мысли, что с ними что-нибудь случилось. Ой, на улице такая фуга, заваруха. Такие сильные выстрелы, что я даже не могу догадаться, где они могут быть. Скажите, дома Мотя? Я вас хочу спросить, где Мотя? Барышня, куда вы?
И тебя, старина, арестовали? Меня? Нет, не думаю. Владислав Францич. Вы, кажется, хотели видеть Дикого. Так я могу вам это устроить. Дикий — это я. Ты? Не ожидали? Да. Гедалий, ведь ты же знаешь, я всю жизнь работал для своих детей, для своего сына. Не будем говорить о том, кто работал для вас, для ваших детей и для вашего сына. Вывести его. Значит, жизнь, сура.